Елка на пяти углах уже собрана. Специалисты начали украшать хвойный символ зимних праздников световыми конструкциями в виде звезд. Мы спросили у горожан, игрушки какой тематики они хотели бы увидеть на дереве в этом году. Может быть, что-то с медведями связано? С белыми, да, символикой? Угу. Ну да. А как думаете, вот в этом году такой опять был коронавирус, может, там в форме маски какой-нибудь? Ну, это, наверное, уже всем надоело. Что-то нейтральное, да, не про медицину. Даже не могу сказать что-то такое определенное. Не знаю, мне очень нравилась елка с оформлением сказки Гофмана, по-моему, была, да? Вот это мне очень нравилось. Моему сыну очень нравятся огоньки, поэтому побольше огоньков. Карамельные трубочки. Либо можно вернуть моду на старые игрушки, вот как вот были. Зеленые такие вот шары, вот красивые. А что еще можно предложить? Ну, гирлянду в виде такой вот большой красной звезды на центрах. Больше гирлянд, чтобы прям ярко-ярко было. Вот, возможно, чтобы тут вокруг были новые декорации или как. В каком-то году у нас тут был каток, и чтобы, возможно, это возобновили, скорее всего. Потому что, мне кажется, это действительно классно, так как сейчас... Такая ситуация у нас с коронавирусом, и на платные катки навряд ли будут пускать. А здесь можно как бы сделать бесплатный, но то же самое сделать какой-нибудь пункт, чтобы ну, конкретное количество людей сюда пускали. Потому что сейчас ситуация, нужно, мне кажется, людям больше развлечений сделать. Чтобы хотели изменить, ну, в первую очередь для детей, чтобы именно то, что было связано со сценариями детей. Потому что это наша основа, наши... Дети – это самое главное. Чтобы детям было весело.